Качество воды повышает качество жизни, поэтому это та статья расходов, которая постоянно присутствует в местных бюджетах. В сентябре в поселке Октябрьский должна быть запущена станция обезжелезивания. На ее строительство было выделено порядка 60 миллионов рублей из муниципального бюджета Белгородского района. Сейчас более половины суммы уже освоена. В ближайшее время специалисты должны приступить к монтажу оборудования. Все подробности у Елены Коржовской. Строительство станции обезжелезивания начали в феврале этого года. Сегодня выполнено практически 70% работ. Специалисты идут в опережение графика. Изначально планировалось дать объект только в четвертом квартале этого года. Сейчас сроки скорректировали, и уже через пару недель здесь готовы приступить к установке технологического оборудования. Монтаж запланирован на август месяц в полном объеме. Мы надеемся эти работы выполнить. И в сентябре выйти на пусконаладку. Новая станция обезжелезивания заменит старую, которую ввели в эксплуатацию еще в 86-м. По сути, она уже не справляется с очисткой воды, что, конечно, ухудшает ее качество. Жители поселка Октябрьский не раз обращались в администрацию Белгородского района с просьбой решить эту проблему. С вводом в эксплуатацию новой станции обезжелезивания этот вопрос будет закрыт. К слову, подобный объект в этом году также строят и в Красном Октябре. Муниципальные власти планируют развивать необходимую инфраструктуру. Подготовили программу муниципальную по развитию систем водоснабжения вместе с Белгородводоканалом. Мы, в принципе, планируем ежегодно порядка 50 миллионов направлять в развитие. В эксплуатацию поддержания мы не имеем права, это как бы не наша собственность сегодня, а в новое строительство и чем мы будем заниматься, это безусловно. Острая проблема с качеством и нехваткой воды сегодня стоит в развивающихся микрорайонах ИЖС. Это Таврово, Никольское, Беловское. Эти территории попадут в программу в первую очередь. Елена Коржовская, Виталий Петренко. Новости Мира Белогорья.